Она либо смягчит сердце, либо очернит его. Но в любом случае, тебе будет больно, сынок. Ты человек, для этого был создан. Но старайся избежать этого, потому что самая сильная боль – боль твоей совести. Спасибо вам, друзья. Можете попрощаться со мной. Я уезжаю отсюда. Счастливо оставаться. Сын? Папа? Я забрал деньги у Ирфана. Сейчас звоню в полицию. Иммигранты в порту на буровом судне. Откуда ты узнал, где находятся иммигранты? Я за Ирфаном следил. Ради тебя. Вот так? Ну, конечно. Ты хотел помешать его делу. Ну вот я и помешал. Амир сейчас уничтожит Ирфана. Ради тебя сделал, сынок. Я никакой выгоды не преследовал. А эти деньги что тогда? Деньги? Чтобы Ирфана привести в бешенство. Я взял их. Хотел позвонить тебе, рассказать о них. Ты мне не веришь? Я твой отец. Как ты можешь мне не верить? Ты мой отец. Ты сказал, что верить мне будешь. Что бы я ни сказал, верить будешь. Поверю. Поверю. Последний раз. Последний раз спрашиваю. Если ты скажешь мне правду, я поверю. Зачем ты напал на то место? Ради тебя, сынок, ради тебя. Я тебе собирался позвонить. Я правду говорю, Дживид. Клянусь могилой твоей матери. Сынок. Отец. Я тебя простил, отец. Простил. Что происходит? Эдживит, что происходит? Я простил тебя, отец. Что ты делаешь, Эдживит? Это твои фотографии с того судна. Сынок, прощай, отец. Не оставляй меня, Дживид. Я твой отец, Дживид. Хорошо, я соврал. Больше не повторится. Я твой отец, Дживид. Стой! Эдживит! Bunlar nereye götüreceksin? Bu yara bitireceksin. Hangi aşk dindirebilir ki öfkeni? Sevmek eskisinden de zor. Yalnızlık ateşten kor. Zaman geçse de yine sönmüyor. Gör, hayat ölüm kadar ağır. Kulaklar birbirinden sağır. Vicdanlar kör.
скажи мне что-нибудь. Злись, кричи, сделай что-нибудь. Сынок, что случилось? Сколько времени уже ничего не ешь, не пьешь? И ботинки свои больше не одевал. Сынок, что случилось? Шериф, открой дверь, шериф! Шериф. Это я сделал. Это я украл ботинки. Когда ты говорил, что их взял, не смог себе признаться. Мне стыдно было. Я не смог сказать. Видел тебя в кабинете директора, но снова не смог признаться. Я это сделал, шериф. Это моя вина. Я знаю. Знал все с самого начала. Почему не сказал? Теперь тебя вором называют из-за меня. Почему не сказал? Хотел, чтобы ты сам пришел. Я знал, что ты придешь. Злись на меня, ударь. Это моя вина. Ты сожалеешь? Тогда я тебя прощаю. Я простил тебя, малыш. И уходи. Шериф, не уходи. Не уходи! Постой, ну пожалуйста! Шериф! Не расстраивайся, Беляль. Достойное чувство сожаления лучше, чем угрызение совести. Я сожалею. Шериф! Шериф, открой дверь, шериф! Шериф. Это... Я сделал. Это я украл ботинки. Когда ты говорил, что их взял, не смог себе признаться. Мне стыдно было. Я не смог сказать. Видел тебя в кабинете директора, но снова не смог признаться. Я это сделал, шериф. Это моя вина. Я знаю. Знал все с самого начала. Почему не сказал? Теперь тебя вором называют из-за меня. Почему не сказал? Хотел, чтобы ты сам пришел. Я знал, что ты придешь. Злись на меня, ударь. Это моя вина. Ты сожалеешь? Тогда я тебя прощаю. Я простил тебя, малыш. И уходи. Шериф, не уходи. Не уходи. Постой, ну пожалуйста. Шериф.
Не расстраивайся, Беляль. Достойное чувство сожаления лучше, чем угрызение совести. Я сожалею. Словно друг в тебя кинжал вонзил. Больше ни на что не похоже. Если тебе делает больно человек, к которому ты бежишь, когда тебе плохо, то... Человек не знает, куда ему идти. Но это не самое плохое. Если будешь злиться, если будешь ненавидеть, все еще любишь своих друзей. Это самое плохое. Словно друг кинжал вонзил. Шериф? Это пройдет, Ибо. Пройдет. Я забуду. Забудешь. Все будет так же, как и раньше. Мы будем верить друг другу. Будем доверять. Будем доверять. И Зеки встанет из своей могилы, да? В самое начало вернемся. Еще до тюрьмы? Куидиби? Наше детство? Он раскаивается, шериф. Он очень расстроен. Ты же старший. Может, простишь? Ради меня. Ты и ради меня не простишь? Ради тебя все сделаю, брат. Но не сегодня. Завтра? На следующий день? Шериф, ты же простишь? Может, простит, ибо ушел с ним говорить. Умоляй его, я ему сказал, только бы он мне в глаза посмотрел. Ты действительно это сделал? Ты столько врал? Наим обманул меня. Послушай, шантажировал, угрожал. Ну послушай, разве я тебе врал? Ему врал. С тобой что происходит? Что ты делаешь с этим человеком, мне говорят. Замолчите, говорят. Грубый, резкий Беляль. Но у него золотое сердце, я говорю. Не смотрите, что он кричит, ругается. С ног на голову способен все перевернуть. Но он невинный, говорю. Ты был самый невинный из всех. Я видела то, что в тебя внутри. Беляль, невинный Беляль. Но ты не такой. Что со мной происходит? Вот это со мной происходит. Ты не только Дживиту врал. Ты и мне врал, Беляль. Ты всех нас обманул. Аху, не уходи! Аху! Ты тоже не оставляй меня, Аху! Аху, если ты уйдешь, я клянусь! Аху! Ибо, где Дживит? Давай поедем к нему. Стой, я говорил, не уходи. О чем говорил? У него дела. Какие дела? Эти у него дела. Что за дела? Он отца сдал. Разве сейчас дела могут быть? Пойдем, давай. Нет, не поедем. Он сказал, что он сказал? Занят он. Ибо, ради Бога, скажи мне правду. Что он сказал? Напрасно не приходите ко мне, сказал. Никого из нас не хочет видеть. Хорошо.
Он простит, вот увидишь. Пусть немного времени пройдет. Не простит, брат. Он очень расстроен. Давай подождем, успокоимся. Что мне успокаиваться? Шериф там из-за меня, а я здесь. Его отца полиция забрала. Он сам своими руками отдал его полиции. Я не смог подойти. Не надо так, Сары. Я не знаю, за кого мне переживать. Растерялся, не знаю, что мне делать. Тогда пойду убью Ирфана. Раз уж мой брат не возвращается, Ирфан меня выстрелит. В тюрьму сяду, все неважно. Если Дживита нет, то и правил нет. Сары, стой. Давай поговорим. Не буду я ждать. Ирфан завтра умрет. Ты Дживиту ничего не скажешь. Не проси его прийти, переубедить меня. Когда он даже мне в глаза смотреть не хочет. На сары! Никаких «но». Ты ничего не скажешь. Не выдашь меня. Ладно. Ладно. А если ты не сможешь убить Ирфана? Убью! Если не я, то он меня убьет. Сейчас либо благослови, либо пойдем со мной. Ну как я? Боже мой, какого же красавца я родила! Красавец мой сыночек! Любимый мой сынок! Иди, не заставляй девчонку ждать! Беги, беги, беги! Ты у меня такая, самая лучшая из матерей! Я не променял бы тебя даже на 1000 отцов! Иди, иди, девушка ждет! Давай, сумасшедший мой сын. Гюльтен, я тебя совсем не знаю, но очень люблю. Не спрашивай, как такое бывает. Случилось же. Глаза открываю ты, глаза закрываю ты. Можно я возьму тебя за руку? Извини, брат, мне этого достаточно. Мне нужно было повторить. Что же делать? Спасибо. Спасибо. Какие красивые. Гюльтен, я тебя не знаю. Закрываю глаза. Открываю. А тебя не знаю. Что ты говоришь? Думаешь, я знаю, что говорю? Когда ты напротив меня? Гюльтен? Я привык на тебя издалека смотреть. В смысле, все время издалека смотрел, но подойти к тебе не мог. Я мечтал. В мечтах же проблем нет. Подхожу к тебе. Я очень крутой. Предлагаю тебе со мной встречаться. И ты соглашаешься. Беру тебя за руку. Гюльтен, выходи за меня, говорю.
А ты соглашаешься? Мечты. Может быть, реальностью станет? Даже если не станет. Гюльтен, я очень тебя люблю, но... Не забывай это. Почему я забуду? Что случилось? Ты уходишь? Мы потом увидимся? Потом увидимся. Дай Бог. В смысле? До свидания, Гюльтен.